этап идет обвязка новых трансформаторов, это передвижного, который сегодня вот очень нас, надеюсь, выручит, и основной, который поставлен. Значит, идет работа по коммутирующей аппаратуре, по замене кабелей в выгоревшем кабельном канале. Все в режиме очень хорошо организованном технологически. И сегодня я уже, по-моему, вчера давал оценку действиям региональной подсистемы РСЧС и действиям компании региональных электрических сетей. Значит, через 5 минут после аварии мне доложили о ситуации, о масштабах этого происшествия. Конечно, неприятно, что длительное время люди были вынуждены находиться без электроэнергии, но это та ситуация, которая позволила выявить действительно и понимание у людей о том, что техногенные аварии, они, к сожалению, не все могут быть просчитаны. Но так как работала региональная подсистема, так как региональные электрические сети работали, у меня никаких нареканий нет. Все очень точно, грамотно спланировано по проведению как работ по демонтажу вышедшего из строя оборудования, так и по привлечению необходимого оборудования с других трансформаторных подстанций. Сразу сконцентрировали ресурсы и материальные, и финансовые для приобретения коммутирующей аппаратуры, кабельной продукции. И сегодня ни одной минуты не было потеряно это. В связи с тем, что очень большой объем работ и по демонтажу, и по монтажу, это, к сожалению, сказывается на снятии всех ограничений по электроснабжению в городе Бирске, которые сегодня есть. Но грамотное переключение, использование резервных линий позволило все-таки минимизировать количество жителей города Бирска, которые находятся временно без электроэнергии. И вот то решение, которое принято, полтора суток 50 домов находятся в планово переключаемом режиме, но просьба к жителям понимать всю ситуацию. Это лучше все-таки, чем сутки или двое кто-то бы находился вообще без электроэнергии. Поэтому я думаю, что осталось несколько часов для того, чтобы снять все ограничения и по жителям, и по промышленным объектам.